Борьба с алкоголем, профилактика рецидивной преступности и правонарушений в лесной отрасли. В правительстве области прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка. Подробности у Михаила Конышева. Алкоголизация населения традиционно входит в круг наиболее актуальных проблем региона. По показателю потребления крепкого алкоголя на душу населения наша область среди лидеров в Приволжье. И по уровню пьяной преступности в прошлом году Кировская область была на втором месте в России. Особо выделяется здесь проблема рецидивов. Это обусловлено как социально-экономическими факторами, так и значительным количеством лиц, остающихся на территории региона после отбывания наказания. Профилактика рецидивной преступности, удельный вес ее давно перевалил за 50%, к сожалению, продолжает расти. И в данном случае можно говорить о недостаточности тех мер, которые у нас там принимаются. Еще одна острая тема совещания – лесопромышленный сектор. Для области он является основным источником поступления денег в бюджет. Лесопользование по-прежнему сопровождается большим количеством нарушений при заготовке древесины в части исполнения условий договора аренды лесных участков. В прошлом и текущих годах в лесопромышленном комплексе выявлено более 70 преступлений коррупционной направленности. В связи с этим представляется необходимым правоохранительным органам области обеспечить глубокий мониторинг легальности лесопользования, оперативное выявление причины преступлений в лесопромышленной сфере, в том числе фактов коррупционного прикрытия такой деятельности чиновниками различного уровня. По всем проблемным вопросам будут разработаны предложения, направленные на снижение преступности. Михаил Конышев, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.